ваши части тела выступают не по делу. Если вируса бактерии не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Во вторник в Самарской области пасмурное небо, осадки в виде дождя и снега, температура воздуха в дневное время плюс 1, минус 1, ночью 0, минус 1 градус. Ветер юго-западный, скорость 7-9 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, днем 1 градус с плюсом, ночью 0, ветер юго-западный, скорость 7 метров в секунду. В Тольятти тучи, небольшой дождь, днем плюс 1, ночью нулевая температура, юго-западный ветер 9 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой снег. Днем 0 градусов, ночью минус 1. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 83%. Слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.